Так, ага. Всем привет, ребята! Вы на канале Люся, и сегодня у нас вышло обновление в магазинчике летнего стиля. Так, давайте уже в него будем заходить. Ага, Так, ладно, сколько сейчас время? 18:59, они прям точь-точь, уже скоро 19:00, это значит, что скоро будет обновление, но уже обновление вышло, это потрясающе. Так, заходим. Ага, посмотрите, ребят, какое необычное у нас сегодня крутое обновление. Но только почему наушники висят на шее? Ой, какая здесь срач. Да, ужас. Ребят, давайте сегодня в этом видео берем магазин. Так, сейчас померяем на моего персонажика одежду. Так, вот я. Ребят, кстати, все опросы в ТГ-канале. ТГ-канал, ссылки на шапки профиля. Находится, на него там точка. А сейчас мы будем все мерить. И, кстати, я там выложила спойлер, который сейчас выложил Avatar World, официальный канал на YouTube. Да, вот так вот. Ну, сейчас мы наверняка уже будем примерять, да, Наташа? Так, вот посмотрите, ребят, какой классный костюмчик. Давайте померяем все. Вау, он очень классный, мне нравится. Я хочу его купить. Ой, какие штанишки. Все бы шикарно, только бы не было кроссовочек. Я понимаю то, что оно не совсем на летнее, оно скорее на весеннее. Но мне нравится. Я уже хочу его очень сильно купить. Оно шикарно, а теперь все будем снимать уже. Не снимать на видео, а снимать вот так. Угу, снимаем. Так, так, так. Получается. Так. Да, вот так вот. Я, наверное, хочу очень уже, чтобы купить. Ну, сейчас мы опять все вешаем на манекен. И, наверное, будем убирать в этом магазине, потому что сами вы увидите, что здесь происходит. Вот, посмотрите, ребят, какой здесь некрасивый бардак. Это их кот Маркиз. Петерабас. Поняли отсылку? Так, о, господи, ребята, что здесь творится? И радио эти. Нет. Давайте лучше, ребят, наверное, здесь убирать или не убирать. Посмотрим. А, так, так, так. Угу. Здесь у нас вот. Ну, где мусорки? Ни одной мусорки. Сейчас мы пойдем за коробочками, чтобы туда складывать вещички. Так. Так, сейчас я ее найду. Так, надо вынуть все карандаши. Так, так. Блин, почему коробка исчезла? Ой, блин, ничего. Где? Так, может здесь коробка есть? Коробка в коробке, еще раз в коробке. Кошмар. Ужас. Ой, блин, как много. Вот, у нас есть одна коробочка. Достаем персонажа уже, 19:02. Так. Так, идем в магазин. Будем здесь сейчас достаем. Так, и сейчас будем ходить вещи собирать и убирать. Ой, какие классные очки, я хочу их купить. Мне нравится. Так, ладно. Нас, наверное, все вещи складывать сюда. Тогда будет все нормально. Так. О, вот это вот надо, наверное, выкидывать. Помню. Ребят, я как-то создавала здесь коллекцию одежды, потому что одежды новой не было, я решила создать. Потом, когда появилась новая коллекция этим летом, оно просто в коробочку его сложило. Вот так вот. Мусенько немножко, но это идет на воду. Сейчас у нас летает коробка. Где мусенько? Я думаю, мусенько идет. Ах, кошмар. Ну ничего, коробка еще вылетает. Посмотрим, что у нас здесь есть. А сейчас я покажу таймлапс по уборке. Расслабьтесь и слушайте музыку. Thank you.
огромная, мне очень нравится. Да, пожалуйста, выглядит шикарно. После того, как мы сходили с вами в несколько салонов, вы выглядите просто офигенно. Спасибо. Выходите еще. Ой, ну все, нам уже пора. Ребята, наше видео подходит к концу. Я уже в бассейне. Вы были на канале Нататуся. Всем пока-пока. Ня, и ждите новых видео. И уже будет в номере. И, кстати, ребята, хотели бы вы, чтобы влоги снималась не наша семья, типа я, Лёша и Наташа. А мы? Кто-нибудь еще, например. Эй, это Нинсти. Вы подчеркнули до конца ролика. Не-а. Нет, не могли. Ладно, Рита и Нинсти. Я, Лёша, Наташа, Рита и Нинсти. Всё, довольны? Ой, зайчики вы. Милашки. Так, всё. Так, на чём я остановилась? Лёш, возьми Риту. Наташа, возьми Нинсти. Например, девочки с работы или семья моей сестры. Подумайте об этом. Или напишите в комментариях телеграм-канала, если, конечно, там есть комментарии. Ссылка на телеграм-канал укажу в описании к этому видео и в шапке профиля. Удачи вам, приятного времени суток и всем пока-пока. Ня, увидимся в новых видео. Кайфуешь?